пантомима, ее нужно показать, рассказать действие. Поэтому нужно иметь себя в голове такой блокиратор. Вот что-то хочется сказать, вот я хотел вот это сказать, или подойди сюда, да, то нужно себя заставить внутри, нет, нужно показать, потому что когда возникает и мысль, нужно сказать, выкрикнуть, да, это говорит о том, что я не до конца понимаю, как это показать жестами, руками или лицом. Дорога в пантомиму началась еще, наверное, 3 года назад. А все связано с тем, что мы имеем молодежное движение «Атмосфера», и мы решили показывать сценки, пантомимы. Мы думали, кто может принять участие в них. Пробовались, я решил попробоваться. Значит, и с тех пор все увидели, что у меня хорошо получается, и я теперь веду пантомимы. Я по жизни позитивный человек. Я стараюсь на мир смотреть позитивными глазами и, может быть, где-то, ну, розовыми очками, да. Но не в том плане, что жить самообмане, а все-таки надеяться на лучшее. И мне ближе по характеру, по вообще моей жизни, это позитивные персонажи, которые можно показать. У меня больше всего получается улыбка, поэтому я стараюсь показывать позитивные. Мимы, они очень большое количество времени уделяют тому, что разрабатывают мышцы лица, непосредственно через которые нужно передать, или же это что-то вот грустное, или же это радостное. То есть человек, глядя на лицо, он должен понять это сразу. Есть различные программы, там, где нужно тренировать лицо, жевать язык. Да, как бы это смешно не звучало, но нужно жевать язык, жевать губы, жевать наши щеки, тренировать брови, лоб и так далее, без реквизита. И они должны настолько четко показать это действиями, руками, там, где, допустим, человек-мим берет картотеку, он ее перебирает, то есть показывает, что вот я ищу нужный мне файл, открывает, достает, открывает, листает нужную страницу. И вот, казалось бы, можно было взять папку, полистать, показать, вот я полистал папку. Но человек работает в движении, запоминая, представляя, мы это запоминаем, визуализируем, и когда нам нужно показать, мы где-то роемся в своей голове и потом вспоминаем, ага, как нужно почистить яблоко. Взять его, помыть, протереть, взять нож и чистить непосредственно по самой окружности. Есть еще такое понятие, как недосказанная история. We are falling down again tonight. In this world it's hard to get it right. Trying to make your heart feel like a glove. What it needs is love, love, love. Everybody, everybody wants to love. Everybody, everybody wants to be loved. Oh, 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 oh. Зритель может смотреть и подумать, что сейчас произошло. А потом сидит, обдумывает, и так вот что оно было. То есть задумка, когда ты не досказываешь человеку. И это тоже вот своего рода какое-то вот направление недосказанной истории. Не нужно смотреть на данную сферу как возможность, может, какого-то заработка. Люди хотят, там мимы, класс, они там выступают там, в театрах, да, там на каких-то мероприятиях, значит, они там зарабатывают, пойду мимо там. Вот, на это обращать вообще не стоит внимания, я об этом даже не говорю. Должно быть призвание, когда человек анализирует свою жизнь и понимает, я неплохо играю лицом,
Я могу переключиться с хорошей эмоции на грустную эмоцию резко. То есть и проанализировал, понял, мне это нравится, и развиваться.